Вот такое сообщение сегодня получил от Дмитрия Кожухаренко ВКонтакте. И спешу вас с ним ознакомить, а также с 5 фотографиями, довольно любопытными. Дмитрий пишет. Юрий, вечер добрый. Давно собирался вам написать по поводу видео о кремниевой форме жизни. Я живу на Кавказе, где много всяких окаменелостей. Но на днях я встретил такой артефакт, что сам ахнул. Сам я занимаюсь строительством. И на днях с заказчицей поехали выбирать натуральный камень для отделки. На небольшой фирме я увидел каменные яйца размером с футбольный мяч. Размером все они строго фиксированы. Калибр идентичен друг дружке. Заказчица-любитель всего необычного приобрела один из них. Привезя домой, я ее уговорил вскрыть. На это меня толкнуло ваше видео о каменных деревьях и пнях. Я почему-то был уверен, что внутри что-то будет. Заказчице также скинул ссылки на видео. Не буду томить. Взял болгарку с диском по камню и в круговую сделал пропил. После расколол и обнаружил это. Все яйцо покрыто известняком толщиной около 5 мм, затем идет черного цвета камень, очень похож на окаменевшую лаву или шунгит. В ней очень странные чешуйчатые закорючки в виде зародышей коричневого цвета. Но желток этого яйца – это нечто, горный хрусталь и еще масса полудрагоценных камней. Я не знаю, что это за чудо природы. Высылаю вам фото для раздумий. Планирую купить еще одно и весь процесс снять на камеру GoPro в режиме 4К, чтобы не пропустить ни малейших деталей. С уважением и благодарностью за ваш труд, который меня натолкнул на это чудо, ваш подписчик. Смотрим изображение. Как выглядит этот камень с футбольный мяч. И после распила и раскола, что находится внутри. И последняя фотография. На этом все. Всего хорошего. Думаю, так же интересно было вам, как и мне. Спасибо автору этого послания за фотографии. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео на страничку автора, где фотографии. Канал Веб-рассказ. Юрий Шатохин. До свидания.